сначала в перекресток, быстренько. Быстренько пробежимся, все купим. Не поняла. Дверь закрыта. И уматываем. Сим-сим, откройся. Ремонтьеру. Пойдемте, покажу, что есть. Радует то, что людей мало. Шикарно. Сейчас быстренько куплю все, что надо, и умотаю. Авокадо. Вот. Вот, вот эти. Хас, вот эти. Ну, возьму, может быть, и то, и то. Эти самые крупные выберу. И эти самые крупные выберу. Так, вишни. Слива. Чуть я на клубнику цену не увидела. А, вон, 199. Малинка. Клюква, что ли? Или брусника? Клюква. Фига себе. Инжир появился. Персики. Пойдемте по огурцам прошвырнемся. Цена за граммы. Смотрите граммы, смотрите цену. Быстренько-быстренько пробегаю. Дальше огурцы. Баклажаны. Перец. Кабачки. Виталик просил пельмени. Слушайте, как я вспомнила. Давайте сейчас выберем ему со светлым пельмени. А, вон там, вон, видите, цезарь. Сейчас покажу, какие. Вот цезарь. Бывают неплохие вообще-то. Такие. Еще решила попробовать вот такие мираторг. Или не стоит? Надо или не надо? Не знаю. Никогда не брала. Напишите мне, хороший или нет. Рыбный отдел. Мой любимый. Жабры даже вынули. Вы обратите внимание, вынули жабры. Понимаете, почему вообще нет? Потому что рыба гниет с головы. Жабры, если уже все крякнули, то не стоит даже брать. Вот здесь вроде ничего. Но я за перчаткой ленюсь идти. Просто вот так вот давайте глянем. Оп. Вот эти нормальные. Красные жабры, это нормально. Коричневые когда, но это уже все. Добрый день. Здрасте, здрасте. Вы прилично? Разглядываю. Можно было бы, конечно, взять, но я уже не буду. Я не успею съесть в замороженном виде. Не хочу, чтобы оно лежало до посинения. Можно вот селедочку здесь взять на сегодня. Но у нас есть скумбрия, не знаю прям. Ну, можно. Как мы с Катей любим поесть, так можно вон... Например, как она называется? Салак вкусная здесь была. Сель. Давайте салаку возьмем. Взяла селедку, потому что не сдержалась. Она такая аппетитная. Сегодня будет рыбный день. За мяском. Нам нужно сало и нужно прям вот вырезка мяса. И может быть, знаете, даже еще крылышки возьму и курицу, эти бедра, потому что бедра окорочка коптить будем. Мясо, как обычно, симпатичное. А что у нас? Сала нет? Давайте две яйца. Взяла. Вот, кстати, дяденька берет такие, как я взяла. Помельче, подешевле, конечно, есть. Вот, например, это мелкие.